Татьяна Овсяник никогда не думала, что станет многодетной матерью. На сегодня женщина уверенно заявляет, что нашла свое призвание в жизни. Счастье все-таки в детях. Я очень довольна, мне нравится. Это вот я чувствую, что это мое. Детки, вот семья – это для меня. То, что я должна была найти. В семье Овсяник две дочери и три сына. Младшему Диме всего 2 годика. Татьяна признается, старается уделить внимание каждому ребенку. Самое главное – изначально распределить обязанности. Старшие помогают. По профессии женщина – бухгалтер. И вместе с мужем Александром трудится на Белшине. Кстати, на днях супруги отметили 18-летие совместной жизни. Дети, они как бы тоже являются помощниками в семье. У каждого есть свои обязанности. Они нам тоже помогают. И нам, как мы, единое целое. Сегодня у бобручанки особенный день. Ведь ей вручили орден матери. Еще одна обладательница почетного звания – Виктория Винокур. Она родила и воспитывает 7-х. Восторг. Счастье за детей, за себя, за семью. И сложно, и здорово. Руководство администрации Ленинского района отметило, рождение детей – настоящий подвиг, заслуживающий уважения и знак отличия. К слову, награду сопровождает единовременная выплата в размере 5-кратного бюджета прожиточного минимума. Героини дня уже получили пособие накануне. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.